Значит, если говорить о зарубежных странах, то больше всего, значит, вот из Туркменистана, Узбекистан, Китай, Казахстан, Ирак, Турция, Египет, Индия, Колумбия, Эквадор, Киргизия, Иран, Исламская Республика, Йемен, я вот по убывающие, Сирийская Арабская Республика, Армения, Нигерия, Алжир, Гана, Корея, Вьетнам, Индонезия, Конго, Ливийская Арабская Джамахария, Пакистан, Перу, Япония. Ну, там можно перечислять Мали, Молдова, Сомали, Судан, Чад, Япония. Но этот список по иностранным студентам, он не исчерпывающий, потому что на сегодняшний день по линии Россотрудничества еще как бы данные предварительно мы имеем, кого нам направят, но они должны согласовать, то есть то, кого направляют, еще должны согласовать с желанием тех студентов, поскольку им предлагают несколько вузов одновременно. И второе, я сказал, что итоговое мы сможем в конце сентября по иностранным студентам сказать, по конкретным цифрам. Общее количество иностранных студентов также будет более 8 тысяч сегодня. И количество стран, наверное, также сохранится 98, потому что переходящие есть. Еще здесь практически нет данных по студентам, которые поступают, иностранные студенты, которые поступают на подготовительное отделение. Там тоже где-то примерно 500, 600, 700 человек будет.